Так, мы отплываем. А вот здесь у нас играет самый веселый человек на планете. С кучей черники. Вот. Стеньки ради начелны. Супер. Вот это пристань. Вот мы съехали с парома, и теперь нас ждет путешествие по городу Мурск. Поедем сейчас вот в ту сторону. Это центр города Мышкин. Вот тут церквушка какая-то. Катер стоит. Это какой-то, даже не один. О, музей уникальной техники. Пройти до поворота и налево. Уникальный, значит, надо зайти. Мышкинский самоход. Это у них здание полиции. Это знаменитый музей мыши. Никитинский скверик. Коммерция. Фото с мышкой, ну, с тантамареской, 10 рублей. Музей основан в 90-м году. Вот мы вышли на набережную города Мышкин. Это река Волга у нас. Вот мы выходим. Здесь мы видим гостиницу.
А вот это вот прогулочная набережная, пешеходная. Так, продолжение набережной, это у нас вот выход на речку, на лодки, наверное, какие-нибудь. Здесь же замочки привязывают влюбленные, их совсем мало. Хотя вот они есть. Ну вот такие обычные. У кого-то обычная любовь под номером 73. У кого-то вот такие замочки. У кого-то просто сердечко. Причем почему-то синее. Вот идем дальше по набережной. Смотрим. Гамаки есть. Вот здесь. Здание, но мы не знаем, что это такое, даже не написано. Что это такое? Так, а это пристань для кораблей. Сюда подходят водные трамвайчики. И отсюда уже плывут в разные стороны реки Волги. Либо туда, либо туда. Вот, кстати, один уже подходит к пристани трамвайчик. Вон его видно издалека. Также у пристани торговые ряды. Вот сама пристань. Написано Мышкин. Плещется водичка. Вот торговые ряды. Торгуют сувенирами разными, валенками. Городские сувениры продают, вязаные мыши, тапочки с лицом мыши, разные детские, всякие, кругом мышь. Здесь ларечек тоже, рукавички мышь, кругом мышь, симпатичная креативная мышь, в шапке даже, зимняя мышь. Сумочки мышь. Здорово как. Посуда мышь. Прихваточки. О, какая. Да, это царь мышь. Вон сколько всяких сувениров. Сыр. А здесь целые коллекции монет. Вон. Да. Есть всякие. Счастливый пятак. Это прямо кладем в кошелек и денег много прибавляться. Хрустальные колокольчики с мышкой. Какая прелесть. Вот такие мышки. Тоже колокольчики. Да, колокольчики, но они не, это больше как сувенир. Ну да. А вот такие вот есть. Да, такие, вот, 350 такие. Вот такие колокольчики. Это бронза уже. Наперстки. Да, наперстки. Вот эти простые, а вот это из бронзы наперстки. Вот. Сижу на диете. Сходи за пивом. Вот это интересно. Вот. Хватит жрать. Это на холодильник надо вешать. Вот такие вещи. Так это на холодильник и есть. Да. Да. Ну, они плохо звенят, вот эти, я говорю, не больше. Они из глины. Глина. Да. Вся чистая глина. Здорово. Ложечки всякие. А вот здесь рыбный дворик. Заходим в рыбный дворик. Здесь продают рыбу. Разные. Вяленой, пожалуйста. Вот сколько ее. Ну, какая рыбка. Заглядение и объедение. Здесь сувенирчики, рукавички. Это носочки по дому, вместо тапочек. Здесь вареники. Вон всякие. Здесь у нас ложки. Подарочные, войлочные мышки. А рыбы-то сколько копченая. Ой, сейчас мы рассмотрим вариант. Посмотрите, какой класс. А запах не передать. И самы. И осетринчика. Чего только нет. Смотрите, и лещи. Вон,
какая прелесть. А уголь почему? Здесь у вас у всех есть зонтики. И дожди нет. Вот девочки рисуют здесь. Вот смотрите, вдалеке туча, и вон дождь идет. Вон видно прямо, как он идет, приближается. На бездорожье. Вот еще одна улочка города Мышки. Здесь находится тоже музей какой-то. Вот, добро пожаловать. Маленькая страна. Музей миниатюры. Вот. Это рабочее место мастера, который делает миниатюры.
все, мы отъезжаем из Мышкина. Вот поднимается. А что так много никого? Аппарели. Так называемые. Стоят машины. Идет борьба. До свидания, Мышкин! Кидают швартовы. Здесь очередь из машин переправляться на тот берег. Вот натянулся провоз. Мы подошли к пристани. На этом наше путешествие закончено. Всем привет!